Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. Мы с Мартой приехали в лес, чтобы поставить баночку на березовый сок. Да. Вот, мы нашли березку, вот такую вот березку. Сегодня уже вторая половина марта. Вот, но на улице достаточно прохладно, и сок не сильно активно идет. Вот, поэтому мы еще не ставили. Но мы вот приехали, сделали небольшой укольчик. Вот, и сок пошел. Да, капает. Сок пошел. И мы сейчас здесь поставим баночку свою. На этой березе мы еще никогда не ставили, но до нас здесь уже, я смотрю, чопики забиты. В общем, когда-то кто-то брал сок. Вот, мы по своему классическому способу сверлим отверстие, забиваем туда штуцерочек. Да, тут кто-то ковырял. Вот, забиваем штуцерочек и по трубочке, ну покажи, Марта, баночку нашу. И по трубочке, мы уже много лет этим способом пользуемся. По трубочке сок перетекает в баночку, без мусора, без ничего. Ну что, давай установим, Марта. Как сразу пошел сок, да? Да. Смотри, как пошел. Класс. Класс. Все, забиваем быстренько штуцер. О, супер, да? Смотри, как все пошло. Я сейчас пускай прокапает вся стружка, выйдет. Потом, и потом мы поставим, чтобы оно капало в баночку. О, достаточно активно сок идет вообще, слушай, класс. Да. Классный, сочный. Ням-ням-ням. Ням-ням-ням. Вкусно, да? Угу. Ну что, одевай, Марта, давай. Давай, пускай капает баночка. Оп. Все, наш сок пошел в баночку. Класс. Супер. Я пошла с тобой. Делаем небольшую маскировочку нашей баночки. И все. Я думаю, что завтра уже можно будет брать сок.